Шлема с системой быстрой эвакуации. Зачем вообще это надо? Представим самую хреновую ситуацию. Вы убираетесь на мотике. Притом не имеет значения, в городе это или на внедорожье. И к вам приходит врач, а вы не двигаетесь. Плюс к этому вас еще и вырубило на время, поэтому сказать вы ничего не можете. Что у вас болит, врач не может понять. А теперь вспомним процедуру вылезания из шлема. То есть правильно подобранный целый шлем очень плотно сидит на голове, поэтому его достаточно так, ну, тяжко снимать. А если он еще и поломан и деформирован? Угу. То есть если у вас травмирован позвонок, снятие шлема будет, ну, очень неприятным и может еще сильно усугубить это дело. Именно для этого на дорогих шлемах есть функция так называемой эвакуации из шлема. У шлема есть петельки, за которые мы дергаем и вытаскиваем внутренние части. Вытаскиваем эту вставку, и шлем снимается с головы достаточно легко. Надеюсь, вам никогда это не пригодится. А если вы знали такие случаи, что это кому-то помогало, пишите в комментариях.